Всем привет и приятного просмотра. Продолжаем проводить FIFA 18 за менеджер. Ну что, переходим в состав. У нас Лестер, ой, с этими Солнце будем играть с бедями. Так, у нас получил травму Корсорла. Но до него уже закончен сезон, можно так сказать. Так, а вот тут еще у нас есть. У нас тут много-то есть. А, Ульшер. Так, Ульшер. Цап у нас будет все-таки Азил. Как Рен уставший. Так, ты тоже уставший, значит, у нас здесь может играть Лэмбок. Будет играть у нас. Перес у нас запас пойдет. Так. Иваби поиграет. Так, гипс меняет меня. Мутизакер вместо Кабреля. Чех. Так. Ок, у нас драма, ты у нас отдох. А вообще-то какая там разница? Ну ладно. Сыграешь ты у нас. Вот каким составом будем играть. Так. И как ли у нас меняет на Элнини. Все. Вот таким составом будем играть в этом матче. Капитан команд, конечно, у нас Петр Чех. Ой, Петр Чех. Мутизакер, точнее. Капитан команда у нас. Ну что, переходим к игре. Мы играем в гостях. У лебедей. Конечно, очков не слишком много. Но это тоже нормально по 70. Больше 70 мы уже не наберем никаким чудом. Ну что, переходим на поле. Ну, без этого никуда. Все, начинаем игру. Приветствовать всех поклонников большого футбола. Мы это ваши комментаторы Георгий Черданцев и Константин Генич. Здравствуйте, дорогие друзья. Очень любопытный матч нас ожидает. И смотреть мы его будем, разумеется, в прямом эфире. Сегодня Свонси встречается с Арсеналом. К этой игре Арсенал подходит с наименьшим показателем пропущенных мячей. Это лучшая оборона в лиге. Да, защита у них в этом сезоне действительно в полном порядке. Но пока загадывать, конечно, рано. Давай смотри. Итак, состав Свонси. Сегодня команда будет играть очень активно. Тренер предельно насытил середину поля атакующими игроками. Смотрим состав Арсенала. Игроки группы атаки будут цепляться за мяч при любой возможности. С обороной, как мы видим, здесь тоже все в полном порядке. Referee for today's game will be Anthony Taylor. Thank you, Liberty Stadium. Enjoy the game. Ну что, начинаем игру. Первый удар по мячу, и игра началась. Ну, конечно, я вместо Ломбока дал поиграть. А чемпионат у нас отдохнет. Это может быть опасно. О. Нифига. Опа.
Все-таки получилось мне нанести удар поворотом. Да, вот и что за пас был непонятный. Мустафе просчитал, но то со мной остается мяч у Арсенала. Лучше идет в атаку, дает на фланг. Отнимает мяч. Ну, Жиру, ты мог же притащить. О, вот это удар был. И Ломбок забивает гол. Ну, гол должен быть забивать Жиру. Вот это был момент Жиру сам по себе, блин. От штанги. Ну что, у нас быстрый гол. Давайте посмотрим еще один повтор. Был неожиданный момент. Пятый гол забивает. В Премьер лиге. Первый гол в этом матче был забит на 7-й минуте. Супер. На 7-й минуте там, кажется, 5 было написано. На 6-й минуте. Врете вы всегда постоянно. Хорошее владение мячом, перештрафной клуб. Какой удар! О-о-о. Хороший момент, но защитник на высоте. А мяч уже у соперника. Так. Все перекрыли, тут нельзя ничего пройти. Я в Нине, который редко у нас играет. Джака его закрыл просто. А тебе как Рен у нас есть? Так, смотрим за игру. Жиру. Ушер и Ушер ударяет, но только прямо вратаря. Вратарь забирает мяч. Плохая передача. Еще бы ее не перехватили. Смотрим за игрой. Пас в разрез очень точно. А, я в ней отнимает мяч. Игра продолжается. Венсан Абубакар. Ну что, как думаешь, стоит от него ждать чего-то? Так, Лебеди атакуют, но никак не могут разобраться, че еще. Да, приятно смотреть на игрока, когда он в такой форме. Ну, пас они хорошо дают, прям точные. Вот это момент, ну, мимо ворот было. Желтые нам еще. Нифига себе, за что? Очуметь просто. За что-то мы получили желтые. Так, смотрим дальше за игру. Гипс. А, у нас же Азил играет. Я про него сейчас забыл. О, Элнини у нас вырывается вперед, но только не догоняет мяч. Так, Элнини опять с мячом у нас. Даем пас на фланг, только я не так хотел. Обратно, тут пас уже не пройдет дальше. Элнини. А вот это ни за что? Очуметь. Ну и что-то там я натворил, который я даже без понятия не видел. Дали желтую. А вот, блин, когда его не скосили, это ничего. О, спасибо большое. Погнали. Разгоняйся давай быстрее. Тут может что-то получиться. Так. Где Кушер? Жиру. Обратно. Элнини. Нет, Элнини не проходит. О, чуть не успел. Знаешь, желтый еще дали за то, чего мы там натворили. И был красный бы. Так. Мустафа у нас успевает. Вообще супер. Азил. Жиру. Элнини. Арсенал постоянный претендент. Бейрин. Высокие места в английской таблице, и в этом году у него пока получается оправдан. Да все, мы уже чемпионы, можете об этом не говорить. Вот это момент хорош, и забиваем второй гол. Забиваем второй гол. Да, он новичок для нас.
А, нет, это не он, он 3. Ну да, он тоже новичок, но ЦОП как-то он покруче мне выйдет. 2-0. Отыграться теперь будет труднее. Все, супер. Играем уже на защиту. Чуть уходим. Тут уже 100%, когда мы это побеждаем, мы можем в Ливерпуль играть как хотим. Тут уже думать даже нечего. О, Азио отнимают у нас мяч, получает гипс, гипс получает на Ушер, Ушер. Ждать на... Элни не проходит дальше. На Ломбака. На Жиру. Элни не. Он не проходит, но все равно мяч у Ушера остается. Вот это момент, ну тут защитник просчитал пас. Успел до мяча добраться. Так, от ворот дается пас. Игра продолжалась, Жиру хотел отнять, но не получилось, при этом ушел в аут. Без всякой паузы мяч возвращен в игру. Смотрим за игрой. Гильфи Сигурдсон. Ромул. Да, вот это момент. Да ё-моё, а, не хочет нифига. Да, вот это поворот событий. Толчок был в игре, но только ничего толку-то не случилось от этого. Но я думаю, что пройдет Павла. Так, продолжаем играть на фланг. Азил успевает. Смотрим начало атаки. А, навес хороший был, но не прошел. Так, пас на Зюк Ушера. Ушер на Жиру, Жиру на Ушера. Ушер бьет поворотом, но ничего не получается забивать. Голкипер забирает мяч. Так, выбивает голкипер на середине поля. Мяч подбирает Арсенал. Арсенал пока с мячом на гипса. На фланг. Но это не точный пас был. Не точный пас был. На Азила. Продолжаем играть. Мы отнимаем. Берин отнимает мяч. Идешь в штрафную. Дает навес. Но тут защитник спасает. Уходим на угловой. От Абубакара мы привыкли ждать больше активности. Сегодня он мало чем запомнился. Конечно, мы ждали от него большего. Все-таки он слишком редко угрожал воротам и почти не требовал... Ну тут голкипер спасает момент. Ну что, успеем? Да, успеваем. Матизакер. Я мне не. Вот Матизакер все уже. Пока неплохо. Блин, ну это пас. Все, свисток. 2-0 уходим на с первого тайма. Ну что, продолжаем игру. Сразу переходим ко второму тайму. Разнесем. Так, Берин. Кабре... О, это... У-у-у, это не нарушение? Отличный отбор, но мяч-то кому достанется? Да. Мяч... игра была на мяч, я так понимаю, да? Там... Так. Мы что-то не отняли, но не получилось. Так, Элнини. Все. Да ё-моё, фиг отнимешь. И он проходит. Но тут Чех тащит. Затащил момент. Вот это удар. Возможно, был гол даже. Возможен быть гол. Так, Матизакер. Последние его дни в карьере футболиста. Первый у меня футболист, который уходит из спорта. Ну, за мою карьеру. Арсенальскую, можно сказать. Как тренер. Так, пас нормальный. Лэмбок. Лэмбок на Жиру. О, Азил.
Так, пасы, они пасы, пасы, но тут не получается. И при этом я еще виноват, может, по-любому был бы. Они просто потеряли мяч. Будет замена в домашней команде, готов игрок к выходу на поле. И это, возможно, как-то взбодрит игру. Да, еще как взбодрит. Джек Кор. Абубакар. Жалко, Корсора в этом сезоне уже не выйдет. То против Ливерпуля бы выпустил его бы. Так, у нас получается мяч, мы отбиваем, у Ламбок у нас мячом. Жиру. Ох, нифига, у них последняя игра с Челси. Да, не проходит нифига мяч. Вот это у них концовка сезона тяжелая. Конечно, и тут уже лидеры, четверки другие. У нас Фифе, но все равно же. О, прошли. Жиру проходит удар. И Жиру сбивает гол. Третий гол. В этом матче. Хороший был гол, замечательный прям. Конечно, я думаю, уже 50 на 50, как мы приближаем. 14 голов в этом сезоне. Он забил Жиру. Так, смотрим за игру. Опа, не то нажал, так, это мы вратаря, так. Ну, давай посмотрим, кого можно заменить вообще. А вообще у нас небогатый преимущество. Я хочу Азил поменять на Перес попробовать. Перес, давай ты цапом с ним покатаешься, побегаешь. Ну это далекий, но удар можно нанести, как я и говорил об этом. Удар мог пройти. Ой, я не посмотрел. Ну там против Ливерпуль был бы по-любому написан. Так, пас даем на Ломбака. И Ломбак тоже желтый у нас. Офигеть, и чего вы там мне все на желтый повесили? А, или не про нас, а про... А, уже показывали вообще. Знаешь, кого-то игрока можешь показывать. Так, момент хороший, но солнце не получается. И Арсенал остается с мячом. Так. На центр. Вэмбок на Переса. Перес. А, ну не получилось на Ушера. Был бы офигенный момент бы. Но, увы, ничего не получается. Так, игра продолжается. О, нифига, он дал пас. Он дал пас к лежачему человеку. Опа. Берин у нас отнимает мяч. Продолжаем игру. На фланг. У нас фланги все желтые, как не знаю кто, блин. Арсенал идет в атаку. А, не прошел все-таки. Ну и что видите за игру? Это как вообще это понимать? Продолжаем игру. Если вариантов нет, отдай мяч обратно. Да блин, ну как так можно? Это жестоко. 15 минут до конца основного времени матча. Продолжают владеть мячом очень долго, пора бы уже как-то обострять. Ломбик уже здесь. Удар нанесен, но тут Матизакер спасает. И еще один удар, но мимо ворот было. Да не, отыграться уже очень трудно за такое короткое время. Так, Матизакер, Бейерин. Грин на Ломбок, Ломбок. Ну тут Матизакер просчитал. Вот тут пас хороший был. Пока неплохо. Да ё-мо, ну я же назад делал. Но все равно мы с мячом остаемся. Так, смотрим на игру дальше, что будет происходить у нас. Так, я у Нини. Джек Ушер. На фланг Гипса. И в разрез, шикарно.
Вот это был навес какой-то странный вообще. Не получается отнять у них мяч. Распасовка слишком хороша для Жиру. Слишком он медленный. Ну, вообще-то и скоростнел, мог бы не сделать это. Вот это пас был фиговый. Вот это нормально. На фланг Уэмбака. На Жиру. Жиру сражается за каждую секунду, не получается у него. А, ну он задавил-то его, а. Не до конца. Выдержал. Игрок Солнце. Удар. Вот это удар хороший был. Но, увы, он мимо прошел. Продолжаем игру дальше. Даем пас. Мустафе с мячом, но тут Кабурель отнимаем. И чё, гипс получает травму, что ли? Вот чего вообще на гребе? Вот это момент! Да что такое вообще? Судья. Ты тут просто наши, блин, косят. Как не знаю кого. Эдуардо у них появился, нифига себе. А желтые мои игроки. Не получилось ничего. Мимо ворот. Так, будем вбивать. Пошли на середку. А, Явнини отнимает мяч. Но они нас прижали жестоко. Тем более тут они нарушают правила игры, блин. Ломбок у нас мячом. Да блин, не прошел. Такой супер контратака была бы. Ушер, давай успей, не успел за мячом. О, удар был, но только косой. Все, свисток. 3-0 мы побеждаем этот матч. Ну вот это был удар вообще жестокий. Я думаю, гол тоже будет. Ну, он не залетел, получилось у Эмбак. Так, у нас Тоттенхэм выиграет матч из Сити. Ливерпуль побеждает 3-1 к СП Пэлас. Лестер Сити 3-2 проигрывает Вестхэму. В данный момент, в котором матчи происходили. Игрок молодежи хочет уйти. Это понял я. Выздоровление. Игрок травма на... Гипс все-таки получил травму. Супер. Офигенно. Вот это просто момент из моментч. Ну что, пропускаем. Не, там опять какие-то письма. Опять игрок из молодежки хочет уйти, но пускай уходит, куда хочет. А, там обновление скаутов. Посмотрим. Так, здесь у нас, увы. Здесь то же самое. Здесь отказ. Тоже отказ. Ну, я думаю, под 70 не надо было. Ну, ладно. Так, уходит ты. Ты тем более. Ты тоже. Ты тоже слишком... Вот ты молодой, можем подписать, а ты отказ тебе. Так, обновление скаута снова. Так, ты все. Тоже уходишь. План тебя подпишем. А ты нет. Все. И матч. Ну ладно. Так, даже новость, посмотреть, что у нас здесь. Так, у нас по прибыли ничего нет, да? Да, у нас прибыль только билеты и футболки за 1 миллион. Уже на выезде. Ежедневная зарплата. Ну, короче, все понятно, ничего интересного. Вот опять 2.80, 2.82 прогноз наш. Ну, а на этом мы остановимся. Увидимся в следующей серии. Всем удачи и пока.